Перемены на 31-м. С этого дня зрители увидели наш телеканал в новом оформлении. Мы обновили визуальный формат. Он стал еще ярче и добрее. На смену старому логотипу пришел новый. Теперь 31-й еще легче узнать по его фирменному почерку, сочным цветам и неагрессивной подаче. 31-й канал удивляет и вдохновляет, а новый стиль – это новый этап в развитии телекомпании. В этом сезоне наш канал представил 10 премьер. Это новые развлекательные шоу собственного производства, казахстанские комедийные ситкомы, лучшие зарубежные сериалы, а также добрые мультфильмы и художественные ленты от ведущих мировых производителей.